Кубанские энергетики подсчитали убытки от незавершенных договоров на подключение к электросетям, когда потребители подали заявку, но не завершили процесс оформления документов. Получается, что мощности на них зарезервированы, оборудование работает с большей нагрузкой, затраты не окупаются, так как потребители не получают электричество, а значит, не платят за него. И удивляются, когда им приходит уведомление о задолженности. Что нужно сделать, чтобы избежать судебных исков от энергетиков, расскажем в следующем материале. Денис Лобатов – постоянный клиент «Кубанинерго». Он занимается строительством и благополучно подает уже пятую заявку на техприсоединение к энергосети. Денис уверяет, проблем с подключением у него никогда не было. Все исполняется, получается, все вовремя. И как бы, если есть мощность у сетевых компаний, то выдаются техусловия, они исполняются. Мы, как заявители, строим свои подстанции трансформаторные, сдаем документы. И, в принципе, получаем акты разграничения, техприсоединения. Между тем, многие потребители, подав заявку на подключение, исчезают. Не собрали документы или уже нет необходимости. Энергетикам неизвестно. В результате таких зависших договоров в Кубанинерго сейчас около 40%. Это мешает специалистам планировать распределение энергии. Проблема неисполненных договоров технологического присоединения со стороны заявителя заключается в том, что предприятие резервирует мощность по всем заключенным договорам и неисполненным, что на весь срок, до момента либо исполнения, до момента расторжения договора технологического присоединения. Тем самым происходит неэффективная загрузка трансформаторов. Решение простое. Потребителю нужно либо довести процедуру подключения до конца, либо вовсе отказаться от нее. Для этого нужно написать заявление в свободной форме и таким образом решить проблему в досудебном порядке. Это не означает, что после этого потребитель не сможет подключиться к электросети. Заявку можно будет подать в любой момент и получить новые техусловия. По вопросам техприсоединения можно обратиться в Центр обслуживания потребителей. Они есть во всех районах, либо в центральный офис на улице Пашковской, 131.